Итак, здравствуйте, те, кто смотрит данное видео вместе со мной, с вами Тимон. Была надпись, я не успел ее прочитать. Карта, воу. Какие... Погодите со своим фотокином. Тут люди, между прочим, видите, сидят, ждут. Как бы, пока я тут рассказывать буду. Несут их даже, он говорят, давайте быстрее, быстрее давай. Вот, а вы тут разъезжаете с флагами. О, Запорожец. О, девочка. Девочка, с вами что-то не так. Я вам серьезно говорю. У вас с носом проблемы. Свадьба. Пела, плясала, да. Гости из этого. Из храма. Ну и эта игра... Я просто ждал, пока вылезет название. Это игра Елена в Ригл. Ну, Елена жвачка, в общем, как бы, поэтому... С синдромом. Елена жвачка с синдромом. Причем номер один. Ладно. Ух. Все. Насмотрелся на фотографии. Сейчас я просто уже... Ё-моё. А зачем я здесь, кстати? Я как бы ожидал... Что угодно в этой игре. Вот реально, я ждал от этой игры что угодно. Кроме... Этого. Не знаю. Причем у меня, знаете, что-то... А, фонарик у меня есть. Фонарик это хорошо. Только почему у меня точка? У меня точка. Ну, это такой фонарик, наверное. Ладно. Сейчас дело не в нем. Сейчас дело в том, где понять бы, где я. Для начала. Чтобы мне знать, что делать. Вон, смотрите, вон это. Трактор. Можно? Уехать. Нет, нельзя. А с другой стороны? А с другой стороны можно уехать? Тоже нельзя. Камера. Это камера. Да? Нет? Нет, нет, не камера. То есть одна дверь. Три бочки. Две тачки. Причем у Азика. Патриоты, патриоты. Молодцы, ребята. Только где все? Ау! Люди, можно? О! О, управление. А еще космос, смотрите, видите? Видите космос, да? Так, атаковать мышью... Перемещаться, использовать, ну, понятно, по стандарту. Меня двери здесь пугают, на самом деле, сейчас какие-то непонятные символы. Корпорация какая-то непонятная. Корпорация ведь? Так. Лево, прямо, направо, налево. Давайте налево. Я не знаю, просто. Сейчас, я не знаю. О! Локер. Это охранная дверь. Да. О, оружие. Я хочу два. Я... А если сломается? А если... Что? Я не знаю, если что? Вот именно. Как бы я чего буду делать? О, лифт. Так. Явитесь сюда позже. Ну. Грубо говоря, утверждает. Ладно. Я явлюсь сюда позже. Я, правда, не дух, чтобы являться. Не знаю. Пойдемте на... А, давайте сюда. Что здесь? Комната. Ну, ладно. Я здесь спрячусь тогда. Тоже как это корпорейшн чего-то там. Причем без кнопки. Вот это еще неожиданность. Вот это я сейчас в шоке. Закрытая дверь без кнопки. Везде были кнопки. Ну, кроме вон той вон лестницы. Не знаю, давайте направо. Как бы у меня вариантов-то. Наверх, да направо, да налево, налево было, сзади было. А, это дверь на выход была. Подвал. А можно я не пойду? Я не боюсь. Я мне не страшно. Мне не страшно. Это всего лишь дверь. Всего лишь дверь в коридоре. Кнопка открыть-закрыть. Ничего страшного. Подумаешь, грохот. Подумаешь, ничего же не случилось, да? О! Так. Так. Воздух. Бочки это воздух. Эти ящики тоже воздух, похоже. Ладно. Так. Рубить нельзя. Это плохо. Не сказать, что это можно атаковать. Но если как бы... Ну... Че? А, оружие хотя бы у меня есть. О, топор, хотел сказать. Что атаковать-то можно. Так. Ну пока никого нет, это в принципе радует.
С одной стороны. А с другой стороны, это очень пугает, потому что мне вроде как дали, говорит, руби, а тут никого и нет. Может, мне никого и не надо бить? Может, мне и не надо было топор брать? Может, я как бы и так пройду и пройду. Так, это наверх. Я пока не пойду наверх. Я пока буду исследовать. Ты кто? Ты гла... Бегаешь! Твою мать! Как ты... Ни хрена себе... Ой, извините. Нифига себе хотел сказать, спринтерша. Ты куда? Ты чего? Как ты убежала-то? Ты же в свадебном платье. Чё тебе надо от меня? Кто ты такая? О. Я ща... Я как бы... Что делать-то? Говорит, атакуй, атакуй. Я... Это у меня настолько страшная невеста, что я... Взял топор? Вот это... Вот это первая брачная ночь. Вот это приключение. В каком-то непонятном... Не знаю, заводе? Ящиках? Что? В чем? В чем-то, в общем. Ладно, пойду я отсюда. У меня как бы все равно здесь ничего не ношу. А, во! Ящики. А. И чего здесь? Здесь тоже нифига. Я нафиг чешки отсюда. Хотя... Как-то это будет странно, на самом деле, если я отсюда чешки рвану, потому что... Как бы в какую-то из сторон побежала вот эта... Жена? Невеста? Не знаю. Ну, кто-то из них двоих, в общем. Потому что... Как бы, и я иду в обратную сторону, зашибись. То есть меня, в принципе, сейчас... Могут сожрать в любое время, а я... А я что? А я ничего. Я наверх. Контрольная комната. О! Я тебя буду контролировать. Можно? Я закроюсь. Все. Я закрылся. Что-то с компьютерами не так на самом деле. Вон, видите, сломались. Не работает. На, вызвонить. Вы... Кто ты? Что ты здесь делаешь? Исчезла? Что? Куда ты... Чего тебе надо-то? Какого черта здесь происходит? Стол какой-то непонятный. Чего я? Я что-то вообще ничего не понимаю. О, а я что, отсюда выпасть могу? Не, не, спасибо, я пас. Надо валить отсюда, я вам так скажу. Там где-то лифт был. Можно я туда пойду? Не подходи! Я не боюсь тебя. У меня топор. Я все могу. Ага. Я все могу, только я могу не помнить, где лифт. Надеюсь, налево. Ух, ё-моё. Не, налево подвал. Значит, направо. Да давай ты уже быстрее-то, ё-моё. А, я ж бегать могу. С летающим топором. Нифига себе, у меня рук нет. У меня есть топор, но нет рук. Так. Люди, люди, люди. Люди. Люди, это хорошо. Я... Да закрывайся ты уже! И? 0-1. Это было аварийное. И чё, и всё что ли? Нифига себе. Стена. А можно ещё номер телефона? 0-2-0-3-0-4. Ё-моё, так я и из лифта выпасть могу. Нифига себе, вот это... О, ну ладно. И чего? Ну приехал я, и что дальше? Как бы... Что со мной не так? Зачем я спустился в подвал? Я что-то вообще ничего не догоняю. Я выиграл, я проиграл, вы мне напишите? Кто-нибудь? Объясните? Ладно. Я, наверное, сейчас закончу. И отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, если кто в это играл или, допустим, поиграет, когда напишите в комментариях. Я что-то, ну, не пишите, чем закончилось и что такое. Напишите просто, я правильно все сделал или накосячил. Просто я сейчас ничего не понял. Шебуршание, уйди. Там что-то страшное в наушниках, я пугаюсь.
Я пытаюсь что-то сказать, между прочим. Ладно. В общем, я, пожалуй, пойду отдохну от хоррора. Успокоюсь и увидимся на канале Тимона и Пумбы в следующей серии. С вами был Тимон.